Только, я не знаю, кто это будет делать, только негодяй, потому что вот так пугать своих друзей, ребята, это очень стрёмно. Вот я сейчас обосрался! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с вами мы возвращаемся в рубрику «Без модов». Да, ребята, сегодня мы будем рассматривать очень такую интересную команду, а именно как сделать так, чтобы ваш друг обосрался в Майнкрафте в буквальном смысле. Потому что, ребята, сегодня мы будем рассматривать, как сделать испуги, или как американцы, или как по-английски их называют, jumpscare, ребята. Все мы знаем, что это такое, мне кажется, каждый из нас пугался, а я, если честно, много раз пугался, я и хорроры проходил. И фильмы всякие смотрел, да, в принципе, как я думаю, и все этим занимались. Поэтому, ребята, я буду рад, если вы влепите большущий палец вверх. Если мы наберем 5000 лайков, то я сразу же для вас начну делать и выпускать, и выпущу новую серию рубрики «Без модов», если она вам, конечно, ребята, нравится. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь, поставьте лайк, это не так-то сложно. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Делитесь этим видео со своими друзьями и пишите свои комментарии. Любите ли вы хорроры или больше всего ненавидите, то есть jumpscare. Да, ребята, на самые интересные комментарии я буду отвечать. А сейчас, ребята, мы будем приступать. Как видите, я специально включил ночь, я специально выбрал такой темный город. И знаете, что это за город? Это, ребята, Готэм. Да, это Готэм, там у нас даже есть где-то сигнал Бэтмена, вот он виднеется. Потому что Готэм сам по себе очень такой стрёмный городишко, да. Поэтому, ребята, я его как раз и выбрал. Но сейчас, в первую очередь, нам нужно выдать себе команды блок, которая выдается с помощью вот такой команды. Все мы знаем это, а может кто-то не знает. Но все же, ребята, давайте мы поставим его куда-то, да вот сюда. И впишем команду, которая уже находится в описании. Команда работает на версию Майнкрафта 1.10. Пишем вот тут всегда активный и нажимаем хорошо. Ждем, пока команда установится. И как видите, команда была успешно установлена. Тут мы пропишем set world spawn возле этой команды. Если вы хотите, можете писать, если нет. Но я пишу для того, чтобы в первую очередь команда не лагала, а во вторую очередь, чтобы команда работала в любой точке вашего мира. Нажимаем, и сейчас, ребята, вот тут еще нужно нажать, чтобы получить все предметы. И сейчас, как видите, ребята, у нас есть 4 разных предмета. 4 разных джампскера, если вот так называть. Сейчас мы рассмотрим каждый. Вы можете их заспамить в любой точке мира. Играть со своим другом и просто сказать своему другу: там, дружище, подойди там к той точке, там, где для тебя что-то припрятал. Он туда подойдет и... испортить себе трусишки или просто-просто покрасить их в другой цвет. Да, но все же, ребята, давайте мы будем приступать. И сейчас давайте рассмотрим первый наш джампскер. Что это будет такое? Нажимаем правой кнопкой. И как видите, у нас тут заспавнилась свинья. Свинюшка, да. Я надеюсь, что она меня не убьет, поэтому я напишу вот тут спаунпоинт. Сейчас, ребята, мы выключаем, давайте я еще напишу Game Rule Keep Inventory, чтобы у меня мои вещички не выпадали. И смотрите, допустим, вы заспавнили где-то вот эту свинюшку, да? Ну и вот, ребята, стоит себе вот эта тут свинюшка. Ваш друг начинает подходить, чтобы убить ее и добыть немного мяса. Подходит, и она хренакает, и смотрите, что с нее вылазит. То есть, если ваш друг увидит вот такое в Майнкрафте, то, мне кажется, он действительно немного обкакается, потому что обычная свинья стала каким-то полухалком. Да, она вас также, ребята, может очень быстро убить, но вы также ее можете очень быстро убить, потому что она не очень такая сильная. Она больше сделана для того, чтобы вас напугать. И, в принципе, как видите, вы ее также очень... быстро можете убить, и в принципе все. Да, да. И давайте приступаем, ребята, к следующему джампскеру или следующему испугу. Это у нас, вы сейчас увидите. Мы спавним, да, то есть ничего особенного нету. Мы заспавнили и, допустим, говорите своему другу. Там, вот смотрите, что-то, кто-то умер, что-то умерло, иди подними там кожу и мясо, потому что мы опять проголодались. Ваш друг идет, начинает поднимать. Пум! И когда я сейчас даже напугался, но я сдал... Еще ТНТ! А, так, оно не взорвалось. Я даже сейчас напугался, я знал, что там вылезет, но я даже этому, ребята, напугался. А вы представьте, как напугается человек, который не ожидает этого, который просто-напросто будет идти в обычном Майнкрафте, без ничего, просто будет идти, будет поднимать мясо, и у него вылезет нахрен такой страшнющий клоун, просто от неожиданности, еще и будет орать, как он сейчас сделал, то это действительно можно просто обкакаться. Если вы, допустим, со своим другом будете играть посередине ночи, это, ребята... Только, я не знаю, кто это будет делать, только негодяй, потому что вот так пугать своих друзей, ребята, это очень стрёмно.
Вот я сейчас обосрался! Я сейчас обосрался! Хоть я сам делаю вот эту команду, вот это видео, я сейчас снимаю, но я обосрался, потому что я не знал то, что там будет еще один джампскер. То есть, смотрите, ребята, каждый раз, когда вы будете подходить к этому месту, то там будет появляться вот этот джампскер. Я этого не знал, и я просто вот сейчас обосрался, я вам честное слово говорю. А вы представьте, что будет с вашим другом. Я просто охренел. Офигеть. Вот чего-чего, но такого я точно не ожидал. Это просто офигеть. Да, ребята, но давайте мы будем приступать к следующему джампскеру. Я больше не хочу подходить к этому месту. Это проклятый кусок мяса. Не подходите к нему, потому что каждый раз, когда будет проходить, будет выпрыгивать вот этот клоун на вот этом месте. Прикиньте поставить вот такую фигню на сервере. Каждый человек, который будет подходить к этому куску мяса, на него будет выскакивать клоун. И никто не сможет поднять вот этот кусок мяса. Это, ребята, просто офигеть. Так же, как с этой лошадкой. Когда вы ее заспавните, то тут появляется кожа. И каждый человек, который будет пытаться подойти сюда, вот смотрите, подходит человек, чтобы поднять вот эту кожу, да, или просто узнать, что же тут произошло, кто же тут умер. Бум! И выскакивает Херобрин. Смотрите, выскакивает Херобрин прямо перед вашим лицом. И плюс к этому спавнит еще дофиги мелких вот этих зомби на вот этих полярных мишках. Твою мать! Твою мать, еще и зомби спавнит, в принципе, вам... Твою мать, еще комната! Еще и клон вот этот конченый. И мне еще их нужно убивать. Вот видите, то есть это не только джампскеры, а еще мини-босс такой, можно сказать. Я их вообще могу убить? Я вообще могу их убить? Мне кажется, они какие-то бессмертные. А да? Они бессмертные? Потому что, как видите... Да, не, а не, все же они, ребята, умирают, они умирают. Да, на, еще два, еще один. А нет, это я мишку случайно убил, вот так, все. Офигеть, вот я обосрался, я с этого клоуна прям пересрал. Так, в это место я и буду подходить, потому что там Херобрин, а в это место я не буду подходить, потому что там этот клоун конченый. Поэтому, ребята, давайте последний джампскер мы заспавним вот тут. И как видите, что у нас, ребята, появляется. Что у нас появляется? У нас появляется листочек бумаги вот тут на полу. Что же это такое? Что же это за листочек бумаги? Тоже многие захотят узнать, что же там какой-то листочек делает. Вы подходите, ребята, и начинаете его поднимать правой кнопкой мыши, да? То есть вы поднимаете, счет не поднимается. Очень долго почему-то не поднимается, хоть я клацаю во все вот эти уголки. Я не знаю, может это... Кто там нафиг рычит, а? Еще джампскера не было, уже там кто-то рычит. Так, как мне его поднять, а? Вот, в принципе, наверное, многие так будут пытаться подойти, что-то тут клацать, поднимать. Но я не знаю, работает ли он вообще. Потому что что-то странновато. Я вроде уже потыкал везде, где только можно было. Ну поднимись ты уже нафиг, а? Чё так сложно? Клон мне, если честно, больше нравился, чем вот этот джампскер. Но мне действительно кажется, что вот это нужно поднять. Потому что лежит какой-то листочек бумаги на полу и... Твою мать! Вот это реально неожиданно было! Я еще... Офигеть! То есть это специально вот так сделано, чтобы человек сидел и мучился там. Просто, если бы я знал то, что вот я сейчас нажму на вот этот листочек. Вот, листочек бумаги, потому что кто играл в Слендера, тот знает, что это такое. Это специально так сделано, чтобы... Человек подошел, типа клацает, что не поднимается. Он полчаса там сидит, клацает, и потом в один момент, бум, нафиг! И вот я так, ребята, уже не первый раз в этом видео обосрался. Да. Ребята, на этом мы будем заканчивать. Не знаю, к сожалению или к слава богу, потому что вот эти джампскеры, если честно, меня уже пару раз так действительно испугали сегодня. Ребята, я буду рад, если вы поставите большущий палец вверх. Набираем 5000 лайков, и я сразу выпускаю новую серию с рубрикой без модов. Если вы, ребята, конечно, этого хотите, это не так-то сложно поставить лайк. Я для вас сразу же, ребята, выпущу новое видео. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Да, ребята, делитесь видео со своими друзьями, используйте вот эту команду против своих друзей, если вы хотите их как-то... Не то, что затроллить, а просто... Вы знаете что? Просто создать кирпичный завод из блоков ваших друзей. Да, ребята, также пишите ваши комментарии. На самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. Еще раз вам, ребята, большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.